Всем привет! Сегодня у нас покупочки фикс прайс. О, сколько набрала! Вообще пошла я фикс прайс за там одно и несколько вещей нужно было взять. Как обычно. Я вообще люблю так, захожу, иду за одной вещью, захожу, беру корзину. Нет, даже не беру сначала корзину. Я просто захожу, беру, что мне нужно, потом еще что-то посмотреть хожу. И потом, в конце концов, беру, еще беру, беру, беру. Потом у меня набираются полные руки, и я уже в руках все не помещается, чуть ли не в зубах. Я подхожу к кассе расплачиваться. Или возвращаюсь за корзиной, и потом иду, беру в корзину. Но в этот раз я набрала все, что нужно, хотя много чего неожиданно взяла. Ну, будем смотреть сейчас. Первое, что я взяла, это вот такой вот коврик для душа. Красивый, да? Он идет с присосочками, на кафеле хорошо держится. У меня старый коврик есть, но он тут с пупырышками не очень удобно. Ну и потом он уже старенький, и я решила взять новый. Притом меня очень удивила цена, очень даже недорого. Я брала, по-моему, за 500 рублей свой, а этот вообще, да, он дорого стоит в других магазинах. Здесь вот 199 рублей, вообще отличная вещь. Постелю себе. Еще я взяла вот такие носочки. Я такие носочки беру периодически и ношу их по дому. Они очень мягкие, они тянутся, в принципе, на любой размер подходят. И вот я такие всегда вот беру. Они поносила их там несколько месяцев и беру новые. Очень хорошая вещь. Для кухни взяла свеженькое полотенце. Тоже периодически люблю покупать свеженькие, менять их. В общем, приятное махровое такое полотенце. Оно тоненькое. И оно мягкое очень. Вот такое вот. 55 рублей стоит. Так как я автомобилист, зимой бывают сильные морозы, замок не очень открывается ключом. Машины я имею в виду. И вот мне попалась такая вещь. Размораживатель замков. Очень нужная вещь. Я это взяла. Еще я взяла расческу круглую, среднего размера. Так как у меня расческа есть крупного диаметра и мелкого диаметра, волосы растут, и вот мне среднего диаметра сейчас не хватает уже на задние волосы. Это я сушу феном и расчесываю вот этой расческой. Вот это мне тоже очень нужная вещь, стоит 99 рублей. Дочка пользуется вот таким бальзам-ополаскиватель для белья. Мне нравится запах, он приятный, не такой, не сильный, не навязчивый. И в общем, себе я тоже такое взяла. Взяла еще пакеты для мусора с запахом лимона. Дочка пользуется вот такими мешочками, а я брала раньше обыкновенные. Но мне нравится, что они приятно запах имеют. И, в общем, тоже взяла себе такие мешочки. Ну, они 50 рублей стоят. Взяла вот такую туалетную бумагу. Ну, я ее попробую. Я думаю, она будет хорошая. Мне цена понравилась, 55 рублей. Это, по-моему, такая хорошая цена для 4 рулонов. Девочки, опять взяла вешалки. Я эти вешалки вот брала уже один раз, как-то 3 штучки, потом еще. И сейчас еще взяла, потому что, ну, бывает, покупаются вещи, какие-то повесить. Мне нравится то, что они тонкие, места не занимают, они металлические, и в то же время на них такое покрытие антискользящее, что такие вот футболочки, легкие кофточки такие, они не соскальзывают с них. Даже вот здесь можно их зацепить. И, в общем-то, очень хорошая, полезная вещь. Стоит 55 рублей. Еще взяла я трусики трикотажные, 77 рублей. Вообще, мне удивительно, я раньше смотрела, но не находила своего размера. Сейчас я нашла свой размер, и я думаю, что это то, что мне нужно, и как раз то, что мне подойдет. Встретила, взяла. Губки заканчиваются у меня и у дочки. Я взяла упаковку, мы на двоих разделим ее. Тоже вот недорого. Губки стоят 25 рублей упаковка. Взяла пакеты для завтраков. Тоже у дочки они уже заканчиваются, почти закончились. Я взяла это ей. Мы пользуемся ими. Что-то положить из продуктов. В общем, нужная вещь в хозяйстве всегда пригодится. 50 рублей стоит. Девочки, так как я утром кушаю овсяную кашу, я часто очень ленюсь готовить сама, овсянка отдельно у меня есть. Но, честно говоря, она мне не очень нравится. Я понимаю, что здесь есть какие-то добавки, немножечко сладкого, но все равно, если я худею и продолжаю худеть, то есть мне ничего страшного. Но здесь есть фрукты, и вот дочка взяла себе
И мне вот по пакетику попробовать. Геркулес еще в такой упаковке я не брала. Это вот недорого, по 7 рублей пачечка стоит. Ну, попробую. А еще я люблю фикс-прайсовские и поделки, для поделок всякие такие штучки. Пластишка, магниты из теста. Это мы будем делать с внучкой. Мы с ней уже брали как-то пластилин, рисовали пластилином. Сейчас я вам покажу. Но она, правда, еще немножко мала, это где-то с 5 лет уже. Ну и тем не менее, уже начинаем делать. Когда она приходит ко мне в гости, чтобы нам было чем заняться, вот мы занимаемся такими подделками. По 77 рублей. Глина тоже делается в формочках. Видите, 5 лет, 5 плюсом. Ну, внучке моей еще нету 4 лет, но все равно уже что-то делаем. А здесь вот 4 плюс. Фреска из песка. Ну, говорят, там кропотливая работа, но мне это интересно делать. И я это сделаю с внучкой тоже. Вот такая штучка еще взяла. А вот немного раньше я брала вот такой вот «Рисуйте пластилином». И мы с ней уже сделали вот такую картину. Это сделано из пластилина полностью. Картинка была нарисована, и вот белым были просто очертания, которые нужно было нарисовать пластилином. Но мы начали с ней вместе, а заканчивала я одна. И вот такая красивая картинка получилась. Она у меня стоит на полочке, и я прям любуюсь. Мне нравится. И мне нравится вообще, оказывается, этим заниматься. Я даже не ожидала. Тут глазки, видите, они прикреплены, такие двигаются. А вот это все вот так вот пластилином прям рисуется. Вот такой шедевр. Ну вот, я вам быстренько показала все свои покупочки. Покупкам рада. Сейчас коврик этот постелю в душе. Посмотрю, как он будет там лежать, как будет смотреться по ощущениям ногам. Но он гладкий такой, но с дырочками, чтобы вода протекала. Вот я специально такой выбирала. Всем, кому понравилось мое видео, кому было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.